Закон о приватизации государственного и коммунального имущества вступил в силу. Это было одно из требований МВФ. Новый документ предусматривает два способа реализации – на электронных площадках и на аукционе с привлечением инвестиционных советников. Стоимость всех объектов будет определять рынок. Также закон втрое сокращает сроки подготовки к продаже. Покупатели из России участвовать в приватизации не смогут.